Телеканал «Енисей» рассказал школьникам края о своих добрых делах. На площадке детского лагеря «Тим Юниор» состоялась презентация социального проекта телеканала «Сердце километры». Нынешняя смена «Тим Юниор» добровольчества собрала в лагере сотни волонтеров. Именно тех старшеклассников, которые не только знают, что такое социальные проекты, но и сами инициируют помощь нуждающимся. «Тим Юниор» – это уникальная образовательная площадка, созданная для молодежи от 14 до 17 лет. Своего рода младший брат «Тим Бирюсы». Активисты добровольческого движения нашего региона с любопытством слушали об итогах грандиозного велоэкшена «Сердце километры 2015». В июне 20 ребят из детских домов края под патронатством телеканала отправились по городам края, чтобы обратить внимание на проблему сиротства. Ребята преодолели 700 километров на велосипедах, а позже записали в студии гимн проекта. По итогам акции над одним из участников проекта оформили опеку. Мы хотим рассказать ребятам о наших добрых делах, о добрых делах телеканала «Енисеймина». Поэтому здесь мы презентуем наш проект «Сердце километры». Как вы знаете, уже второй год подряд ребята из детских домов края под нашим патронатом путешествуют по Красноярскому краю с целью заявить о себе и для того, чтобы найти маму и папу.